Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатарувасча Кипасинду Бевача Патитананг Павунебба Вайшнавебхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патамханг Банди Парамананда Мадава Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сватто Ваттвайи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тато Жайо Мудира Санкиртане Кришна Като Падеши Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхайям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапигапавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкитаной кавитару камала хьотакшо Вишамбару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна хьотару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши товам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджаша вадане Лакшмир яса ча бакшаши Джасьясте хидай самбит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Хари Хари Найшанг Мати Ставадуру Крамангринг
Спришаттанартапгамо жадартхо Махия сампадраджо вишекам Нискинчананам навринитохо жабад Найшангмати ставадуру краманден Спришаттанартапгамо жадартхо Махия сампадраджо вишекам Нискинчананам Навринито жабад. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы, преданные Гаудия Матха, должны быть готовы потратить литры и литры крови для освобождения этих обычных людей. Гауди Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, то, что мы, Гаудии, преданные Гаудия Матха, должны быть готовы потратить литры и литры крови для освобождения обычных людей этого общества, для освобождения обычных людей. И даже после этого нет никакой гарантии, что мы можем спасти их. И вот после, даже после этого нет никакой гарантии, что мы можем спасти их, поскольку Бхагавад-джива, их ограниченное, обусловленное положение, Шрила Прабхупад говорит, это невозможно для татастха-дживы, для обусловленной живы невозможно находиться на пограничном уровне. Бхагавад-джива, она пойдет либо в одну сторону, в сторону майи, либо в сторону служения Верховному Господу Кришне. Между этим нет разницы. И до тех пор, пока мы не сможем принять омовение в пылинках с лотосных стоп Гуру и вайшнавов, нет никакой гарантии, что обусловленная душа на никогда не сможет прикоснуться к тому трансцендентному миру. Наишам матихи. Шам значит ум. На санскрите у. Урукрам значит Бхагаван, Верховный Господь. Уру-джар-кром, тот, кто Бхагаван, кто полон всех достояний, он имеет бесчисленное могущество, бесконечное могущество, бесчисленное знание. И поэтому мы говорим Урукрам, слава его лотосных стоп бесподобные, поэтому. Он зовется Урукрам. Но не каждый может представить, понять его уникальную славу Гуру, Вайшнавов, Бхагавана, Намы, Дамы и всего остального. Мы должны принять омовение в пылинках, в пыли со стоп, с лотосных стоп Гуру Вайшнавов сначала, и тогда мы поймем. Иначе для нас это невозможно. Прахлад Махарадж говорит, он дает наставление нам. И Хираньякашипу, он... Хираньякашипу, он представлял большую проблему, поскольку внутри каждого из нас Хираньякашипу, особенно те люди демонического склада ума, и Хираньякашипу, Хиранья значит золото, Кашипу значит постель.
и вот скрытое. И вот это, если кто-то очень богат, то собирает много золота, то Хираньякашипу, он, то обычно в сердцах таких людей. Находится что-то нехорошее. Вот Махараджи, когда переплыл в реку, увидел, что какой-то человек помер, ну, от коронавируса, видимо. И вот Махараджи вспомнил, что это такое положение нашей невечной жизни, но все же мы не готовы искать решение этому. И все же мы, даже сегодня мы не готовы найти решение нашей невечной жизни. И вот это и есть майя. Что такое майя? Когда Дхармараджа спросили перед Юдхиштхиром Махараджем: «О царь, что такое майя?» В Бималакунде, там, со стороны Дхармакунды, Юдхиштхир Махарадж. И вот Юдхиштхир Махарадж говорит, так много вопросов спрашивается. Дхармарадж, этот Ямарадж. И вот он спрашивает. И вот они спрашивают Юдхиштхиру, что же странного, что самое странное в этом мире. И Юдхиштхир Махарадж отвечает очень разумно. Разумен по-настоящему. Кто по-настоящему разумен? Те, кто имеет милость Гуру Вайшнавов, те, кто может понять, осознать славу Бхагавана, они по-настоящему разумны. Те, кто могут прикоснуться к лотосным стопам Бхагавана Рукрама. И вот Юдхиштхир Махарадж отвечает очень. И что может быть более удивительного в этом мире, чем это? И что это? Каждый день и ночь, каждую часть секунды, тысячи людей, они умирают. И вот все дживы, они... И вот когда кто-то умирает, в Индии говорят «Рамнам Сатяхе» или что-то похожее. Смысл в чем это? То, что и Кришна нам, Рамнам, они вечные, вечно присутствующие, не могут спасти нас. Нарсимха и его имя не отличны друг от друга. И вот он говорит, что может быть более удивительно, чем это. Что может быть более удивительно, что все дживатмы, они умирают, отправляются в ад, но остальные люди, они хотят жить вечно и думают, что будут жить вечно в этом мире. Нет, они думают, что они не умрут, хотя все вокруг умирают. Может, они умрут через 10 минут, но все равно. Но все равно думают, что будут жить вечно, хотя видят, что все вокруг умирают. И вот люди хотят жить, они накапливают какие-то деньги, думают, что богатство им поможет или власть поможет. Или
образование, но я хочу жить с благословением, с помощью милости Гуру и Вайшнав. Я хочу жить. Но мне не, я не хочу спорить ни с кем. Я знаю, что жизнь она нестабильна. И, да, тот, кто критикует меня, и вот тот, кто критикует меня, я знаю, они все не вечны, они сегодня или завтра умрут, если кто-то, я тоже не буду жить вечно в этом мире, и вот в этом мире нет никакой стабильности. И вот Прахлад Махарадж дает наставление нам, то, что мы должны принять омовение пыли с лотосных стоп вайшнавов, не выгоняйте их, не спорьте с ними, не занимайтесь политикой, иначе вы не сможете обрести никакого блага. Я хотел объяснить эту тему. Хираньякашипу, хирань означает золото и всякие украшения, богатство, кашипу, постель. И вот внутреннее значение данной Гуру Варгавы в том, что хирани значит золото, это символ богатства, а постель символ наслаждения женщин. Да, вот на санскрите камини канчан называется это. То есть большинство людей стремятся к наслаждению чувств, к богатству, а пратиштха — это последний удар майи. То есть люди могут отказаться от наслаждений, от богатства, но от пратиштхи, от славы очень, очень редко кто может отказаться. То есть это последнее препятствие на духовном пути. И вот такое состояние. И вот Прахлад. Каково значение имени Прахлад? И вот Хираньякашипу. Что значит золото и богатство, украшение Акашипу? Олицетворение наслаждения. If we in the base, in the uniform of, you know, sannyasi, brahmachari, Baba means we like to follow Hiranyakashipu. Our idealism is not Hiranyakashipu. Our idealism should not be Hiranyakashipu. Если мы находимся на отреченном, в отреченном укладе жизни, то наш идеализм — это Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж. И вот когда мы обретем прему относительно Рупануга, преданных Мадхура, раз и на том уровне мы обнаружим, что идеализм Радхарани, он уникален, Радхарани тогда станет нашим гуру. Но будучи в обусловленном состоянии, мы не можем понять этого. Гурупад Падма говорил, что мы должны плакать день и ночь. О Прабхупад, о Гурудев, о Нарисимхадев, спасите меня, я не могу находиться на этом пути. Баджана очень сложно, в любой момент я могу пасть. Слишком много влияния майи. Она буквально хочет убить меня, хочет помешать мне. И Гурудев, он всегда молился Гурудеву Прабхупаде. Нарисимхадеву, он всегда молился о их о защите своей духовной жизни.
И вот мы должны всегда думать о защите своей духовной жизни. Хираньякашипу, он олицетворение Камини Канченой Пратиштхи, поскольку он хочет обрести славу со всех этих 14 миров. Он не хочет какую-то обычную славу. Он хочет прославиться во всех мирах. Он хотел доминировать везде. Даже полубоги. Он заставлял полубогов служить ему. И вот он достиг такого могущества. Индра, Варун, все они боялись его. И вот он достиг такой независимости. В общем, стал правителем всех миров. А если кто-то хочет прославиться с помощью Харикатхи, то в этом нет ничего хорошего. И такие люди, они подобны Хираньякашипу, никакая Харикатха не сможет явиться на их языке. И вот если кто-то выражает почтение Хираньякашипу, то но слишком привязанные к славе, то они не смогут говорить Харикатху. А лучше, если мы не будем привязаны к Хираньякашипу, а будем выражать почтение Прахладу Махараджа. Он один из 12 махаджан. И вот Ямарадж, он один из 12 махаджан. И мы должны следовать Прахладу Махараджу. И как же следовать Прахладу Махараджу? Хотя вроде Махарадж говорил, что мы должны следовать Рупа Санатане и прочим преданным Рупанугам, но как это все синхронизировать? И поэтому народ он так говорит. И какой же путь баджана, показанный нашей Гурварга, мы должны следовать ему. Пурвапор. И мы должны внимательно слушать с неотрывным вниманием. И вот мы должны вспомнить прежних ачарий, настоящих, и мы должны все привести в гармонию. И когда мы мы должны следовать Прахлад Махараджу. У Прахлад Махараджа есть чистая бхакти, у него никаких корыстных интересов нет. И, по крайней мере, мы должны развить такую же силу, как Прахлад Махарадж, такие же качества, чтобы никакие желания не беспокоили нас, когда Бхагаван говорит. Он говорил ему: «Я хочу благословить тебя, проси все, что пожелаешь, как я пришел. Я тот, кто дарует благословение всей Вселенной, и я лучший из них». Те, кто дарует тебе благословение, они дают эти благословения с помощью моей силы, как Шанкар, Брама, откуда они получили свою силу, поскольку Господь дал им свою силу. И вот о Ганапати. О Ганапати, что мы знаем? Ялла.
Бигинан вихантамаласа джагаттраясо гавинда махади пурушам тамам бхаджа. What do you say? И вот что мы говорим. Ядпада паллава винидхайо кумбхе. What do you mean? Ядпада паллава винидхайо кумбхе. What speaking? That we are going to take the lotus feet of и вот мы должны принять лотосные стопы Нарсимхадева, и здесь Ганапати Махарадж. Он взял ответственность на себя. И что же это за ответственность? Что та сила, данная Ганапати, кем? Нарисимхадева. И вот, когда мы кланяемся Ганапати Ганеше, мы должны понять, что его сила она пришла к нему от Нарисимхадева. Нарисимхадев, он даровал силу Ганапати Махараджу, а Ганапати Ганеш, он И Прабхупад говорил, что мы не должны поклоняться Ганапати, но если мы поклоняемся ему, то не должны забывать, что он обрел свою силу от Нарисимхи. И особо обычные люди в этом мире, они заняты подсчетом прибыли и убытков. Ганапати Махарадж, он лидер обычных людей. Гана на санскрите, если мы разделим, Гана Дипа, Дипа значит, он лидер Адипа. И вот Ганапати Махарадж, он лидер обычных людей. Ганапати Махарадж, он хотел, он помогает людям чего-то достичь, но мы не должны обращаться к нему только за этим. И вот в гору Даме этот Нарисимхадев, там гору Нарисимха. И вот этот Нарисимха здесь в гору Даме, он особый Гуранга, он сам Гуранга в форме Нарисимхи там. И у нас мы можем обрести двойное благо. И избавиться от всех проблем на пути нашего баджана благодаря ему. И вот я объяснил значение Хираньякашипу, значение этого имени, и сейчас я хочу объяснить значение имени Прохлад. Я уже сказал, Ямарадж говорит, мы 12 махаджан. И вот вы должны понять, я дальше буду говорить в моих объяснениях. Кто-то говорит, что мы должны следовать Прохлад Махараджа. А это хорошо ли ему следовать? Да, это хорошо. Поскольку мы можем избавиться от всех проблем по милости Прохлад Махараджа, да и его идеализму мы, по крайней мере, можем избавиться от влияния Майи и понять,
что не должно быть никаких желаний внутри нашего сердца, поскольку если Прахлад Махарадж наш гуру, чему же он учит нас? Он, смотрите, он не просит каких-то дополнительных благословений от Господа. Он говорит, что ты прикоснулся своей лотосной рукой к моей голове, что же еще мне нужно? Что, чего большего же мне ожидать? Даже Шанкара Брама, даже Лакшми Деви, они не получают того, что обрел я. И вот, но Нарисимха говорит, я высший из тех, кто дает благословение, поэтому почему бы тебе, я пришел к тебе, почему бы тебе не попросить что-то у меня? И Прахлад говорит, нет, о Господь, я твой слуга. Я не ожидаю ничего получить взамен за мое служение. Я твой, на санскрите, нирупадхик. Бритья значит слуга. Я не ожидаю никакой зарплаты от тебя, мне ничего не нужно. Я хочу дать служить тебе без оплаты, и между нами не должно быть никаких коммерческих отношений. Но Нарисимха говорит, все равно проси что-нибудь у меня. И вот чтобы выразить почтение Бхагавану Верховному Господу, Прахлад, он сказал, хорошо, я должен выразить почтение Бхагавану, и я хочу попросить нечто, что будет гармонией между моими потребностями и просьбой Бхагавана. И вот смотрите, Прахлад Махарадж настолько умен. И что же он попросил? Он попросил такого, чтобы никаких желаний, даже запаха никаких желаний не возникало в его сердце. И Нарисимха сказал, как ты хитер, как ты умен. Хорошо, то есть если ты хочешь что-то дать мне, дай мне то, чтобы у меня не было никаких желаний. Поскольку кама — это причина нашей обусловленности. Кто-то, если слишком много планирует, это опасно, поскольку когда планы не исполняются, то люди страдают от этого. И вот Прахлад Махарадж очень хитер. Он говорит, о Прабху, я прошу благословения у тебя, благослови меня, чтобы никакая кама, никакое вожделение не явилось в моем сердце. Вот ты нас очень умен, и Прахлад Махарадж, наш ачарья, наш гуру, и мы должны... Прахлад Махарадж, он дает нам такой урок. Он наш гуру, и вот народ он такой, он приводит это все в гармонию. Питамаха Бишма, он тоже гуру. Можем ли мы следовать Питамахе Бишме и вести образ жизни такой же, как у него? И как его настроение его было? Много раз я говорил. Питама Бишва — это наш гуру.
И вот наставление Наротама Такура, оно очень практично. И в чем же оно заключается? Мы должны понять прежних ачарий и настоящих, мы должны осознать значение Дава, который принес нам Гауранга Махапрабху. Почему бы нам все это не понять? Мы должны быть в гармонии с учением предыдущих ачарий и настоящих. Мы должны все это видеть в гармонии. И после этого мы можем выразить полное почтение им и настоящие ачарьи, как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, что они говорят, мы должны также принять это. Не каждый может следовать Рупе и Санатане, очень строго все, их сиддханта настолько высока, что если мы не сможем следовать Бхактивинода Бхактивинода Тхакур, то как мы можем что-то понять из их учения? Как, если бы не было Джавадхармы, читания Сикшамритимана Сикши, то, что говорил Шрила Бхактивинода Тхакур, если бы не было Дасамула Сикши, всего этого, всех этих книг Джавадхармы, то кто мог понять? Если бы не было Джайвадхармы, то мы были бы слепы. И вот если бы ничего этого не было, то кому же и как следовать? Есть много книг, написанных Госвами. Но как... кто может следовать им? Это невозможно. Обычные люди, они очень... бедные очень, их понимание ограничено, поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он седьмой Госвами. И вот он хотел спахтать суть этих океан всех шастр. Шабда Брахма. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел даровать нам дар. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам понимание Грандх Госвами в форме Джавадхармы, сочетания Сикшамриты, Шихаринам Чинтамани, Бхаджан Рахаси, все. Он дал суть всех этих писаний. И вот мы с его помощью поняли что-то, может и не все, но частично по его милости. И вот наставление Бхактивинода Тхакура в том, что мы должны гармонизировать учения предыдущих ачарий и настоящих, и понять, что есть что, и тогда мы можем дальше продвигаться по направлению к лотосным стопам. Гауранга Махапрабху — это наша высшая цель. И вот я хочу рассказать о прохладе. Прохлад. Те, кто немножко знают санскрит, в начале всего мы должны разделить вот эти слова прохлад. В тот день я говорил про пара-ану, вот эти приставки. Упасарги. If we are going to fix our uposarga with one dhatu, dhatu in the root, in Sanskrit we say root, and suffix, you know, we go through grammar, even in English grammar. И вот если мы с помощью грамматики соединим эти суффикс с корнем, то... Then it make
слово значение приобретет. А без этого мы не можем значение слова вывести. Как, ну, как слово до свидания, до и свидания. А санскритская грамматика очень запутана, сложна, научна. И вот прохлад, про, значит, огромный, бесконечный. Хлад, значит, радость, блаженство. То есть прохлад, значит, бесконечное блаженство. Про, значит, радость, блаженство. Про, значит, нечто вечное. Каждый чувствует радость, но я не говорю об этой временной радости. Я говорю о вечном наслаждении, вечной радости. Почему мы совершаем баджан? Если мы совершаем баджан как глупец, то что мы можем обрести? Мы совершаем баджан, чтобы обрести вечное наслаждение, вечную радость, вечное блаженство. Зачем мы совершаем баджан? Мы хотим отказаться от временных вещей и обрести вечное. И поэтому совершаем баджан. Мы хотим войти в трансцендентный мир, где есть вечное наслаждение, вечное блаженство с Бхагаваном, Бхактой и Севой. А какое-то временное наслаждение нам не нужно. И вот в Гите, если ваш ум он будет сконцентрирован на Гуру и Вайшнавах, то тогда вы автоматически будете помнить все. Почему Гуру Вайшнавы так могущественны? Поскольку их ум сконцентрирован на одном. И поэтому говорится, описывается здесь, что, и вот Бхагаван говорит, что все временные вещи этого мира, они запутывают. И вот у нас есть пять кармендрий, пять гьянендрий, и все они, а ум — это глава всего. Он начальник всех органов чувств. Он подобен, описывается как одиннадцатый орган чувств. А если ума не будет кооперироваться с нашими глазами, то наши глаза не смогут видеть. Если наш ум не будет кооперироваться с нашими ушами, то мы не можем слышать. Мы будем слышать, но слушать, но не слышать. А если ум не кооперируется с нашим языком или кожей, или то мы не будем замечать каких-то вещей. И поэтому ум, он главный среди всех органов чувств. И как комары не кусают нас. Кто сказал, что комары кусают? Ум наш говорит. То есть мы чувствуем, что комара кусает, и рука автоматически прихлопывает этого комара. И вот таким образом, если наш ум не кооперируется ни с какими органами чувств, мы не можем ничего делать. Даже если мы сидим на лекции и думаем о чем-то постороннем, то ничего не услышим. И вот Бхагаван говорит в Гите Арджуне. И вот все эти временные наслаждения, которые мы можем обрести в этом материальном мире, пожалуйста, прекратите думать о них.
прекратите стремиться к ним, поскольку это наслаждение, оно поместит нас в итоге в океан страданий. Поскольку материальное наслаждение мы можем найти, у него есть начало и конец. Как кто-то идет на какую-то дискотеку танцевать и напиваться. Но то наслаждение, оно имеет начало и конец. Но мы находимся в поисках такого наслаждения, такой радости, которая никогда не кончается. То, что вечно мы хотим обрести связь с вечным миром, обрести вечное наслаждение с Бхагаваном и с преданными. Мы не стремимся никаким материальным наслаждением. Нам не нужно никакое богатство, нам нужна милость, чтобы мы смогли достичь вечного духовного мира. И вот сейчас суть в том, что Прохлад, значение то про, значит вечно присутствующая про Кришта. Прохлад значит ананда, и значение слова Прохлад значит вечное блаженство, вечная радость, нить ананда. И прямое значение имени Прохлад — это Нитянанда. И вот нити вечно, то есть это их значение этих имен одинаково, Прохлад и Нитянанда. И это то, к чему мы стремимся. Нитяна, значит, вечно, а ананда — блаженство. И значение имени Прохлад, оно таково. И вот есть шлока в Шримад Бхагаватам Махапуране. Нету никакого недостатка в вечном наслаждении. Вы, глупцы, не можете видеть в Гите, сам Бхагаван говорит. То есть нет никакого недостатка в вечном блаженстве, в вечной радости. Но люди не понимают этого и страдают, стремясь к каким-то невечным вещам. В Гите Бхагаван говорит, что каких-то существенных проблем нет, а которые есть, они возникают из нашего воображения, из асата, из невечного. Они все не настоящие, а мы страдаем из-за нашей обусловленности, из-за нашего ума, нашего воображения. Вечные вещи, в основном, они, мы страдаем из-за нашего восприятия их, из каких-то надуманных страхов.
А если у нас есть глаза, то мы можем увидеть, что вокруг все вечное. И вот суть в том, Хираньякашипу, это желание Хираньякашипу, он хотел уничтожить вечную радость, вечное наслаждение. И его желание было таково, чтобы уничтожить вечное блаженство. Как Камса, он хотел убить Кришну. Кришна не может быть убит. Нам не нужен Кришна, если Кришна... Ну, в общем, Камса был очень ненавидел Кришну и пытался как-то препятствовать. Кто-то возмущается, что в Матхи какие-то вайшнавы, которые указывают, что нужно делать, что не нужно. И находятся такие люди, которые хотят выгнать чистых вайшнавов с матха, чтобы они не указывали на то, что нужно делать, а что не нужно. И, к сожалению, сейчас ситуация в большинстве случаев такова. И вот Шрила Прабхупад говорит, что в каждом сердце практически Хираньякашипу, он там, внутри каждого сердца. И вот в сердце каждого можно найти существование Хираньякашипу. Это, в общем, похоже на какую-то инфекцию, которая вроде есть, но не опасная. Либо она есть, либо, ну, что-то похоже на какой-то грипп. То есть человек может гриппом не болеть, но распространять его. И вот как же определить, Хираньякашипу это не так просто, но Гурварга может определить. Шрила Прабхупад говорит, Хираньякашипу, внутри вас пытайтесь выгнать его с помощью нарисимхи. Зачем вы боитесь? И вот единственная цель тех демонов, людей демонического склада ума, те, у кого Хираньякашипу в скрытой форме, в их сердце, их цель выгнать гуру вайшнавов из какого-то храма, заявлять, что это их храм, их, как сказать, наследство. Гуру вайшнавы не всегда находятся внутри читания матха. Если они в уме находятся в читании матхи, то как их выгнать? То есть физически они могут быть не там, но в уме там. Вот Махарадж лет 20 назад, 15-20 назад говорил харикатху читанием матхи, потом какие-то недовольные появились, и Махарадж переехал оттуда, но в уме он все равно находится в читании матхи. И вот какова цель Хираньякашипу в том, чтобы уничтожить Нитьянанду.
И вот цель Хиранья-Кашипу, чтобы уничтожить Нитьянанду. Возможно ли это или нет? Хиранья-Кашипу думает, что это возможно. И когда Хиранья-Кашипу начал возмущаться, что ты узнал, он спросил у Прохлада, что ты узнал в Гурукуле, расскажи, чего хорошего ты узнал там. И Прохлад Махарадж думал, он Хиранья-Кашипу. Он демон, худший из демонов, худший из во всем мире. И вы что же сказать ему? И Прохлад Махарадж сказал, я отвечу таким образом, что я не скажу никакой лжи. И вот Прохлад Махарадж сказал, скажи что-то хорошее, что ты узнал из своей школы. Прохлад Махарадж сказал, мой Гурудев, он Нараджа. И я узнал от Нарады, от Деваришь Нарады. И то, что я узнал от него, я должен говорить об этом. И в то же самое время Хиранья-Кашипу думает, что я отправил моего сына в Гурукулу к Шанти-Марке. Это были два сына Шукрачарья. Как кто такой Шукрачарья? Тот, кто сведущий таких в материальных телесных делах. На санскрите шукра значит сперма, с помощью которой мы сможем родить ребенка, зачать ребенка. И вот на санскрите его имя значит Шукрачарья. То есть он эксперт в том, в продолжении рода. И кто может быть ачарьей этих демонов? Кто может быть ачарьей этих асуров? Только Хиранья-Кашипу. Хиранья-Кашипу, он такой худший из демонов, и поэтому все демоны его уважают и следуют ему. И вот Хиранья-Кашипу послал своего собственного сына, чтобы он получил образование в этих шабдхи-марге. И вот чему же они учили? Они учили дхарме, артхе, каме, мокше. И вот демоны, они заняты дхармой. Артха и кама, они заняты. И среди четырех варги эти демоны заняты двумя вещами. Артха и кама. И вот Шукрачарья, он гуру Хиранья-Кашипу. И вот что мы можем ожидать от Хиранья-Кашипу? Духовного развития ли? Можем ли мы ожидать это от Хиранья-Кашипу? И вот сейчас суть в том, что Шукрачарья, его цель уничтожить вечную Ананду. И сначала он спросил, чего же Прохлад Махарадж узнал ценного от своей гуру. А Прохлад Махарадж
Он не сказал, что мой отец, он сказал Асура Варджа, худший из демонов. Он обратился к нему, Асура Варджа, лучший из асуров. И вот ты спросил, что же хорошего я узнал о Асурадж. Среди тех, кто находится в материальном теле, я думаю, что для них хорошо, если бы они уйдут в лес и сконцентрируются на лотосных стопах Вишну. Вишну, он Бхагаван вечно, вечный. И они должны отправиться в лес и сконцентрироваться на его лотосных стопах, поскольку жизнь, она не вечна, а все души, они находятся под влиянием звезд, планет. И Прохлад Махарадж говорит, поэтому из-за влияния этих звезд они чувствуют какое-то беспокойство. Прохлад Махарадж говорит, Хираньякашипу, это обусловленные души, они всегда обеспокоены какой-то семейной жизнью или еще чем-то, поэтому почему бы им не оставить все материальные вещи и сконцентрироваться на лотосных стопах Вишну? Что ты несешь, да? Я думаю, это лучшее, поскольку другого решения материальным проблемам нет. Хираньякашипу очень разгневался, он не мог ожидать такого ответа от собственного сына. И после этого Хираньякашипу он разгневался и сказал о Сандьямаке, о Тигуру, о глупцы, чему же вы учите моего сына, что он несет? О Махарадж, мы никогда не учили его этому, как, откуда он это узнал? Не знаем. О царь, мы никогда не учили его этому, никогда не давали такого урока. Откуда он это все узнал, мы не знаем. Идите, дайте ему достойное обучение, чтобы он стал хорошим демоном, асуром. Был достоин меня. И вот они пошли, начали его опять учить. И однажды Шандамарка спросил, мой сын, пожалуйста, скажи, не говори лжи, скажи истину. Откуда ты узнал об этом? И вот они спрашивают, кто дал тебе образование? Отец говорит, откуда ты это все узнал? Твои гуру? Прохлад Махарадж говорит, как они могли научить меня Кришна Бхакти? Они сами не имеют никаких представлений о Кришна Бхакти, как они. И Прохлад Махарадж, этот Хираньякашипу спросил, кто же научил тебя этого? Они же это не... А Вишну ничего не знают, кто же. Кто же мог научить тебя? Но Прохлад Махарадж сказал, что Кришна Бхакти, они не могли меня научить, поскольку сами пребывают в Майе. Откуда у них Кришна Бхакти возьмется? И поэтому для них невозможно научить меня чему-то достойному. И вот потом второй раз после он подумал, что сейчас время. В общем, они его учили, и подумали, что сейчас пришло время, можем пойти к его отцу. Нате виду сартхаготе вивишно
Нате виду сватхаготе имхи вишну, дура саяде бахира автоман, андхая тандхи рупаниаман, тео писичатанта мурудам нивадя. How they can teach me? Как они могли научить меня? У них нет никаких представлений. Они не знают ничего о Кришне. Сварсагатим Вишну, Вишна, он наивысшая цель всех душ. Признаете вы это или нет, это не столь важно. Но Вишна, он цель всех душ. Они думают о каких-то внешних материальных вещах. Слепец никогда не может быть введен другим слепцом. И поэтому откуда не знают, они не имеют никакого представления о Вишну. И вот Прахлад Махарадж дал ответ Хираньякашипу. Я думаю, что это лучше отправиться в лес. Все обусловленные души могут отправиться в лес и сконцентрироваться на лотосных стопах Вишну. И их жизнь полна беспокойств. И лучше, если они смогут отправиться в ад, отправиться в лес. А что значит лес? Лес — это не значит какой-то лес, а это значит общение с Гуру Вайшнавом, Ванам Ту Сатвиком Васам. То есть благостно жить в лесу, Раджа Сам Грамме Учете, Тамасам Дута Саданам. Это жить в городе Раджа Сична. А Бхагаван говорит Удаве: «О, Удав, люди думают, что лес. Просто отправиться в какое-то уединенное место. Но проблема, когда люди отправляются в лес, то их обусловленный ум отправляется вместе с ними. И там они тоже думают о том, что думали раньше. И обусловленные души, свой обусловленный ум носят везде с собой. И поэтому лучше находиться среди вайшнавов, пытаться совершать санкиртан, чтобы победить все материальные трудности. Вот Прахлад Махарадж говорит, что я думаю, это лучше для обусловленной души, чтобы они смогли отправиться в лес и сконцентрироваться на лотосных стопах Бхагавана, чтобы обрести бхакти. Я думаю, это очень хорошо. И Прахлад Махарадж говорит таким образом очень грамотно. Но Хираньякашипу не мог потерпеть этого. И вот второй раз, когда его привели к этому асуру, он спросил опять, чего ж ты узнал из Гурукулы, скажи мне. И вот Прахлад Махарадж говорит, я думаю, что все эти девятисложные бхакти, они хороши. И вот он произнес эту шлоку о девятисложном бхакти. И вот это девятисложное бхакти, я думаю, это он очень благоприятно для обусловленных душ. Если мы применяем это девятисложное бхакти для Вишну, для Бхагавана, Бхагавати Адхья, Тан Манне, Адхитам Аттама. That is thing is the top
И это, я думаю, это наивысший урок, который можно получить от гуру. И вот Хираньякашипу, он был очень обеспокоен. И вот он начал ругать эту Шанду и Амарку. «О, царь, мы никогда не давали ничего подобного ему». Как, откуда же он тогда узнал? Кто ж кроме вас, о, царь? Да, естественно, как естественно. Да. Это так, мы не говорим уже, это врожденное чувство в нем. Он с рождения такое, мы никогда не учили его ничему подобного. После этого Хираньякашипу очень разгневался, взял и скинул прохладу на землю. Бесполезный, убирайся прочь. Хираньякашипу очень разгневался. А наше демоническое общество, в этом демоническом обществе мы, как эти чанданы, то есть в нашем демоническом этом обществе, и вот этот Хираньякашипу сравнивал свою семью асуров с деревьями сандала, а этот кактус в лице Прохлад Махараджа, откуда он появился, давайте его выгоним, давайте убьем. И вот все последователи Хираньякашипу, демоны, они начали кричать, взяли Прохлада. Вот. Пытались убить его, кинули в пустыню, пытались этими трезубцами, ножами как-то повредить его, но ничего не действовало. В общем, пытались всячески убить его, но ничего не помогало. Прохлад Махарадж был в... Он думал о лотосных стопах Бхагавана Вишну, и никакие проблемы не затрагивали его. И многие попытки, бесчисленные попытки, они были безуспешны. И вот они хотели сделать так, чтобы он, чтобы его эти сумасшедшие слоны затоптали, но толку не было. И тогда Прохлад Махарадж, они скинули Прохлада Махараджа с этого, со скалы, и вот в океан. И Бхагаван, он и вот Прохлад Махарадж упал в океан, и Бхагаван, он поймал его. И вот там потом закрыли в пещере где-то. Все же Прохлад Махарадж чувствовал себя хорошо, там потом пытались отравить ядом калакут. Какой-то напиток ему принесли, отравленный ядом, Прохлад Махарадж выпил и жив остался. В общем, пытались его всячески убить.
И вот когда Хиранья-Кашипу сказали, что пытаются убить всяческими способами, но ничего не получается, и тогда Хиранья-Кашипу беспокоился, кто может сказать, из-за него я умру. И Чандамака сказали, о царь, чего ж ты беспокоишься? Ты лучший из демонов, ты очень могуществен, весь мир боится тебя. Чего ж ты боишься этого маленького мальчика? Не беспокойся. Хиранья-Кашипу, он не нашел никакого решения, чтобы убить Нитянанду Прахлада. И вот Сиддханта, в чем Нитянанда, она никогда не может быть уничтожена. Это дар, который я обретаю от моей Гуру Варги. Это то, что мы должны обрести от Гурупад Падмы. Но если мы глупы, то мы и стремимся к каким-то невечным вещам и страдаем от этого. Но мы должны находиться здесь и совершать санкиртану. И это принесет нам подлинное благо. И вот Хиранья-Кашипу обеспокоился, кто знает, может, он будет причиной моей смерти. О царь, не беспокойся, это просто какой-то маленький мальчик, что он может делать все, что захочет, поэтому не беспокойся. И Хиранья-Кашипу, он опечалился. И вот он взял свой меч, взял свою саблю. Ты говоришь: о Вишну, кто такой Вишну? Покажи мне его. О царь. Вишну находится везде. Он вездестующий, прекрати. Так, много говоришь, Вишну везде. Где конкретно? Как Вишну вездесущ? Он везде, прекрати. Кто? Как ты посмел так умно отвечать мне? И Прахлад ответил: та сила, которая находится во мне, она дана Вишну, и та сила, которая пребывает в тебе, она тоже изошла от Вишну. Прахлад Махарадж, он говорит правильно. Где же твой Вишну? Он здесь, в этой колонии. Да. И в этой колонии Вишну. Да, он там. О, царь. И внутри колонны Вишну также есть. И вот он взял свою булаву, ударил по колонне. И раздался ужасный звук. И все полубоги подумали, что началось, может, это разрушение всего творения. Откуда этот звук явился? Вся Брахманда, она затряслась. И Хиранья-Кашипу увидел. С этой колонны вышел какой-то поток света. И что же это? Он не мог понять. Слишком яркий был этот свет.
Хиранья-Кашипу был удивлен, взял меч на всякий случай и начал смотреть. И не понимая, что это, он хотел прыгнуть в этот огонь, как насекомое, которое стремится к свету, к огню, и вот он смотрит, там получеловек, полулев, что за животное, что это за творение, полулев, получеловек. И вот те, кто комментирует, Тикакара, они говорят, во время, когда Хиранья-Кашипу, он пытался драться с Нарисимхой, Нарисимха в итоге взял его тело Хиранья-Кашипу, поместил к себе на колени и разорвал его. Как когтями. И условие было, вы знаете, повторять я не буду, то есть этот Хиранья-Кашипу. И вот он выпросил благословение Брамы, что его не убьют ни там, ни здесь, ни, и в итоге исполнил все эти... все условия. Нарисимхадев, он убил его. И вот сегодня очень благоприятный день, и Махарадж хочет рассказать о многом. И вот Брама спрашивает у Хиранья-Кашипу, в общем, Хиранья-Кашипу совершал аскезы. Явился уже Брама и спросил, что ж тут хочет. И Хиранья-Кашипу сказал, что хочет стать бессмертным. Брама сказал, невозможно, даже я. Мое имя Брама. Я творец этой вселенной, но я смертен. Я не могу стать бессмертным, это невозможно. И как? Лучше просить чего-то еще. Нет, я хочу именно этого, такого благословения. Я не могу тебе дать, оно непрактично. Пожалуйста, попроси что-то, чего я могу тебе дать. И Хиранья-Кашипу сказал, нет, нужно именно этого. И Брама ушел. И вот тот начал опять совершать аскезы. И, в общем, он совершал аскезы до такой степени, что... его тело черви сожрали. Что ничего не осталось. И вот Брама пришел. И он увидел, Хиранья-Кашипу совершает аскезы. И где же он? Он не смог увидеть. И смотрит, и все его тело уже эти муравьи и прочие черви съели его мясо, всю плоть, а один жизнь в костях, в костном мозге осталась. И Брама взял свою командалу, опрыскал его водой с мантрами. И Хиранья-Кашипу, он опять принял такую нормальную форму, плотина появилась, как было раньше, это по силе, благодаря могуществу Брамы произошло. И вот плача,
он поклонился Брахме, Хираньякашипу. О, Питамаха Брахма, ты все и вся. Чего ж ты хочешь? Хочу бессмертия, я же тебе сказал. Я сам смертен. Невозможно. И любые другие благословения проси. Да. Хираньякашипу подумал, что он старый. Брахма старый уже не соображает, можно попросить таких благословений, чтобы исполнить мою цель, если вот с этого нету бессмертия, по крайней мере, чтобы никто из тех, кого ты сотворил, не мог убить меня. Хорошо, благословляю. И хочу, чтобы меня невозможно было убить никаким оружием. Хорошо, благословляю. Потом сказал, чтобы ни днем, ни ночью, ни вечером никто не мог убить. Потом, чтобы не внутри здания, не снаружи. И вот он думал, что Брахма глупый достаточно, поэтому можно одурачить его. И вот он был очень рад, думал, что его аскезы завенчались успехом, и в итоге этот Хираньякашипу стал еще более демоничен. Но кто знает, он не знал, что но этот Хираньякашипу не предусмотрел всего. И когда Нарисимхадев явился, он исполнил все. И вот Нарисимхадев, он исполнил все условия, которые попросил Хираньякашипу. И вот Нарисимхадев появился, он был ни мужчина, ни женщина, ни творением Брахмы, не убил его оружием, а просто когтями. И также не снаружи, не внутри здания, а на пороге. Также он был убит не днем, не ночью, а посередине. И вот он разорвал его своими когтями, там было море крови. И все полубоги Гандхарвы, Кинара, они начали танцевать. О, Господь, ты такое прекрасное сделал, мы страдаем от этого негодяя. А сейчас мы спасены. И вот Тикакара, те, кто комментирует Вишна Чакравати, говорит, во время смерти, даже когда Нарисимхадев он разорвал его, то Хираньякашипу смотрел на лицо Нарисимхадева, но не мог понять, что это Бхагаван. Даже во время смерти он не понял. Но даже о Раване и то говорится. Эти тикакары говорят, когда началась эта борьба, то признак демона каков? Демоны, они всегда, они хотят либо убить Бхагавана, либо убить Шакти-татву Бхагавана, как Камса.
Он хотел убить Кришну, бесполезный Кришна. И Раван, он хотел похитить Ситу. Каков признак асура, как определить асура-демона? Если вы хотите стать преданными, надо думать об этом. И вот аналитически я под руководством Шрилы Прабхупады говорю. И вот цель демона, демоны хотят уничтожить Нитьянанду. А Прохлад Махарадж Прохлад, про значит Нитьянанда. А цель демонов уничтожить Нитьянанду, вечное блаженство. Их цель уничтожить Шакти Татву Бхагавана или самого Бхагавана. Это их цели. Или преданные хотят как-то уничтожить эту цель таких демонических людей. И во время убийства Раваны, Рамачандра, когда его убивал, Тикакары, комментаторы говорят, что во время смерти Раван тоже не понял, что Рама, он Верховный Господь, и в этом его главная проблема. Когда Хираньякашипу был убит, то тоже не понял, что он Бхагаван, что это полулев, получеловек, что за существо. И когда Джай-Виджай, Хираньякашипу, Джай-Виджай, они в Айкунтха Паршад, они пришли, долгая история. И вот моя цель — дать учение Прохлад Махараджа. И вот так или иначе, когда Шишупал и Дандавакра, они были убиты Кришной, то в то время Кришна сам и вот это, он обрел саюджи мукти, и когда душа вышла из тела Шишупала, все видели полубоги, и все остальные, и Бхагаван, он послал чакру, и эта чакра отрезала голову Шишупалу. Но странно, не было ни капли крови, поскольку это было раджасу ягья. Если бы капля крови пролилась, то все ягья бы закончено было, пришлось бы заново все делать. И вот если капля крови хотя бы упадет на землю во время ягья, то вся ягья, она испорчена. И Бхагаван, вот он очень разумен, он так убил его, чтобы ни капли крови не упало. Но странно то, что ни капли крови не было там, но душа вышла из тела Шишупала. И все смотрят, душа, она подобна свету. И вот она вышла и слилась с лотосными стопами Бхагавана Шри Кришны. Это зовется Саюджа Мукти, поскольку убийца, этот демон, был Кришной. Кто может дать мукти? Брахма не может дать мукти, и Шанкара не может дать мукти. Никто не может даровать мукти. Шастра говорится, мукти дата Вишну Ревана Самшият, нет никаких сомнений, только Вишну Тата Бхагаван может даровать мукти, а все остальные никто не может дать мукти. И сейчас Хираньякашипу ушел, Брахма Шанкар, они пришли и они смотрят на состояние Хираньякашипу. Они смотрят на его плачевное состояние и очень опасную фигуру Нарсимха-дева. О, Нарсимха, они испугались, они не смогли ничего сказать. Они думали, что мы можем послать Лакшми-деве, чтобы умиротворить Бхагавана.
И вот Брахма попросил Лакшми: «О Деви, почему бы тебе не прийти к Господу, чтобы успокоить его?» Он очень гневен, и Лакшми сказала: «Я тоже боюсь его, я никогда не видела его таким ужасным. И что же делать? О, Прохлад, ты боишься ли ты его?» «Нет, не боюсь, поэтому иди успокой его, поскольку ради тебя они пришли». И Бхагаван явился, почему бы не попросить Прохлада успокоить Нарисимху. И вот Прохлад подошел к нему, принес полный распростертый поклон лотосным стопам Нарисимхадевы. «О, Прабху, поклоны тебе». И вот Прохлад, когда поклонился Нарисимхадеве, взял его и посадил к себе на колени и положил свою ладонь к нему на голову. И что же говорит Прохлад? И вот Прохлад говорит: «О, Прабху, я не боюсь тебя». И вот Прохлад говорит: «Нарисимхе, он Нарисим, я не боюсь тебя, как? Хотя твоя форма очень страшна, но я не боюсь. Я боюсь материального материальной жизни, материального существования. Я боюсь этого. Я не боюсь, если Нарисимхадев придет ко мне». Опасность может прийти в любой момент. Вы не можете защитить себя. Пожалуйста, пытайтесь пойти и принять прибежище лотосных стоп Гуру и Вайшнава. Это единственный путь. Вы можете потерять свое существование, ваш ум, тело. Все это может с одной жизни в другую переходить. Я не боюсь этой твоей формы. Все полубоги и Брахма Шанкар, они тряслись в страхе перед Нарисимхой, но Прохлад Махарадж совершенно не боялся его. Прохлад Махарадж принял прибежище у Нарисимхадевы, и Нарисимхадев посадил его к себе на колени и благословил. Так много вещей. Я боюсь этой материальной жизни, в ней нет никакой уверенности, стабильности. В любой момент мы можем умереть. И сейчас вроде мы чувствуем себя хорошо, но что-то может случиться в любой момент. Вот один профессор по химии. Сама откуда-то, и вот он ученик Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, он тогда рассказал мне на днях свою ситуацию и говорит: «Так или иначе, я пошел на рынок купить еды какой-то». И вот пошел в джайн,
Джайн Хаус, ну, джайнистов вместо, ну, ну, в их лавку. Но в нашей традиции Махапрабху говорит видеть лица всяких буддистов и прочих подобных майавади, это плохо. Если мы увидели майавади, то надо потом принять омовение в Ганге вместе с одеждой, чтобы очиститься после этого осквернения. И, в общем, этот преданный говорил, что пошел, ну, в лавку каких-то джайнами буддистов, чтобы что-то купить съестного. Ну, вот он взял это сладость какую-то, съел, потом видел, что хозяин магазина сопливый, и, ну, заболел простудой, простудой какой-то, и тот подумал, что не коронавирусом ли он болеет. И, в общем, этот преданный на следующий день буквально заразился коронавирусом, потом вспомнил, что вот, ну, он сразу тест сделал, и вот обнаружил, что действительно заразился от этого, в этой лавке, поэтому решил лучше не ходить туда. То есть можно заразиться через деньги, например, и еще где-то, то есть достаточно просто. И вот сейчас он выздоровел вроде, и поэтому должны свои органы чувств контролировать, и тогда никакой коронавирус нас не одолеет. Мы должны всегда думать о Бхагаване все время, и тогда никакой вирус не сможет навредить нам. И вот Прохлад Махарадж, он, мы поклоняемся Бхагавану с помощью нашей молитвы, наше поклонение Нрисимхадеву. Мы поклоняемся Нрисимхадеву, видите ли вы. Я пришел в 7 утра, я совершил поклонение Нрисимхадеву с помощью Харикатхи Киртана. Это наивысшее, наилучшее поклонение Нрисимхадеву, Гора Хари Кришне. С помощью арати или санкиртана яги я поклоняюсь Нрисимхадеву. Я молюсь, и он становится доволен мной и дарует свою милость. Прохлад Махарадж говорит. О, Прабху, у меня просьба. Если я буду говорить об этом, это долгое время займет. И вот Прохлад Махарадж возносит молитвы на Симхе. И вот особые молитвы, особые просьбы. И вот от имени Прохлад Махараджа особые просьбы на Симхе. О, Прабху, я хочу попросить тебя, чтобы дживатма в форме на Симхе. О, Господь. Одна дживатма пришла в форме моего отца Хираньякашипу. О, Господь, я хочу, чтобы та душа, которая пришла в форме моего отца, она столько проблем приносит мне. И он также хотел убить тебя. И вот мой отец пытался как-то навредить. И даже Бригу Махарадж, когда ударил Нараяну, то Нараяна не обиделся. Он сказал, что моя грудь подобна камню, и не ушибся ли ты, дорогой Бригу? И вот он взял Бригу, лотосные стопы, и начал делать ему массаж, почему Бхагаван гневается. И Прохлад Махарадж говорит: я знаю, ты гневаешься, поскольку мой отец Хираньякашипу так много проблем принес тебе, и поэтому ты гневаешься, но это моя просьба.
о Господь, моя просьба твоим лотосным стопам, пожалуйста, сделай, принеси. И моя просьба твоим лотосным стопам, сделай что-то хорошее, организуй какое-то благо этой душе. И Бхагаван засмеялся: о Прохлад, у тебя нет веры в меня. Я знаю, у тебя есть стопроцентная вера, но почему вы не просите этого? И вот Вишвана Чакравати пишет в комментариях, он говорит, что Прохлад очень умен. Прохлад знает, когда Бхагаван, он прикоснется к моему отцу, то тогда, несомненно, тот обретет великое благо. И вот Вишвана Чакравати говорит: Прохлад Махарадж очень умен. Прохлад Махарадж знает, что когда Хирани Нарсимхадев прикоснется к моему отцу, то тогда он обретет благо. И почему Прохлад Махарадж спрашивает такой вопрос, что нужно организовать какое-то благо ради моего отца? И комментатор, те, кто пишет комментарии Вишвана Чакравати, говорит, что Прохлад Махарадж очень умен, он получил подтверждение. Прохлад Махарадж знает. И Вишвана Чакравати говорит, Прохлад Махарадж, он хотел получить одобрение и подтверждение с лотосных уст Хираньякашипу. И вот Прохлад, он говорит так много вещей, так много шлок. И таким образом, если мы будем говорить о всех этих шлоках, это долгое время займет. Чатмани пати пати мухо шечата. It is this nice shloka. И вот это прекрасная шлока. О Господь, я знаю, ты самодостаточен. Пытайтесь слушать эту шлоку. Смотрите, какая прекрасная шлока, Прохлад Махарадж говорит. О, я знаю, ты самодостаточен, ты не ожидаешь ничего ни от кого, ты полностью самодостаточен. Но все же, позволь нам, дай нам возможность, о Господь, дай нам возможность, нам обусловленным душам, обрести какие-то возможности поклоняться тебе. Мы поклоняемся тебе, но мы знаем тебе. Не нужно наше поклонение. Это мы поклоняемся Гуру Вайшнавам не для того, что им это нужно, а для нашего собственного блага. И если мы зовем Гуру Вайшнавов, то зачем? Чтобы дать им что-то или что-то получить от них. И все поклоняются лотосным стопам Нарсимхадева Бхагавана. Почему? Поскольку это их ради своего собственного блага. И поэтому Прохлад Махарадж говорит, когда кто-то поклоняется вам, вы не должны ожидать что-то. Но все же очень милостив, что ты получаешь поклонение от нас.
Ты позволил нам поклоняться Тебе, и это Твоя милость, поскольку перед зеркалом я... И вот если мы смотрим в зеркало, кого же мы там увидим? Отражение. И вот, и также зеркало, что мы увидим перед зеркалом, то, что увидим то, что в зеркале. И вот Прахлад Махарадж дает такой пример. О Прабху, если кто-то поклоняется тебе, то... То есть тут нет вопросов поклонения или нет. То, что ты принимаешь поклонение от нас, это твоя беспричинная милость, Бхагаванная Симха Дев, это твоя беспричинная милость, Гуру Вайшнавы также они принимают поклонение от других, чтобы даровать им блага. Мы хотим обрести блага. У них нет желания принимать поклонение от кого-то. И таким образом Прахлад Махарадж молится, то, что обусловленные души, они поклоняются тебе, это как поклонение. Они поклоняются, мы поклоняемся, это подобно смотрению в зеркало. So nice. Now, last Harikatha in Akkhaya Tritiya day, I wanted to make one link with one shloka. You can remember. Вот Махарадж Накша Тритью говорил Харикатху по поводу вот этой шлоки. Кто помнит? Шабда Брама. Прахлад Махарадж. И вот Прахлад Махарадж говорит. И что же он говорит? Это наш обусловленный ум. Он не чувствует никакого интереса к слушанию Харикатхи. О, Прабху, нет никакого другого пути. И сейчас мы сделаем связь. Пока я покажу вам связь с Шабдой Брамой. Мы должны совершать Санкиртан, принять решение, прикоснуться к Нарасимхадеву и пообещать, что до последнего момента своей жизни мы будем совершать Санкиртану. Я хочу связать это все с Шабдой Брамой, которая спасет нас. Прахлад Махарадж говорит, о Прабху, мой слабый ум. Прахлад Махарадж говорит, этот ум, беспокойный ум, он не чувствует никакого вдохновения, слушать Харикатху Вайкунтха Катху, и как же я могу найти тебя? Есть единственный путь, обусловленная душа может. Есть единственный путь, как обусловленная душа может прийти в соприкосновение с Вайкунтха Джагатом, с трансцендентным миром. Это слушание Харикатхи. Однажды я смогу объяснить эту тему более подробно. Я покажу вам значение и важность Шабда Брамы. Нарасимхадев, он находится здесь. Я прикасаюсь к Тулси, я говорю, что он находится здесь. Я уверен в этом. Я не говорю никаких лекций, я говорю Харикатху. И в этом звуке, в Шабда Браме, находится сам Господь. Господь, Он не отличен от Своего имени. И в следующую Харикатху я объясню величие
Шабда Брамы и покажу вам связь с Шабда Брамой и покажу. И вот эта шлока из Веды, я покажу вам ее значение. Смотрите, Пахлад Махарадж дает наставление асурам, своим этим детям демонов. О, друзья, почему вы заняты материальным наслаждением? Материальные наслаждения доступны везде, в любой жизни. Почему вы заняты? Почему вы не совершаете Харибаджан? Харибаджан, я обещаю вам, Харибаджан спасет вас. Если вы верите мне, доверяете мне, то сидя в Ясасане, я обещаю вам, что Харибаджан спасет вас. Но если вы не искренне, что я могу сделать? И вот пусть они бегают за деньгами, положением и всем остальным, кто-то хочет жить, полагаясь на силу денег, власти, но я хочу жить, полагаясь на силу гуру и вайшнавов. Это мое заключение. Я никогда не хочу забывать этого. Это мое заключение. И вот сейчас нужно сделать окончательный вывод сегодняшней харикатхи. Найшаммати ставадуру краманги спришаттанартапгамо ядарто майясам падраджо висекам нискинчананам набринито явад ванчакалпадурусеке басиндибача патитананг паванабхо вайшнавибхьо намо. Where is Kartal? Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Binda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Binda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhakta Binda Hi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhakta Binda Si Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kari Shaparshado Siyo Dhamo Shahoyavotori Atanta Durlabo Premo Karibare Dhano Shikhaye Sharanagoti Karohe Uttama Dainayatma Nivedana Gopite Varana Avashara Kiven Krishna Vishasho Palona Bhakti Anukula Matra Karjero Sikaro Bhakti Pati Kula Bhavo Barjanangikaro Saranga Saranagati Hoi Bejaharo Taharo Partana Sune Sinanda Kumaro Rupa Sanatana Pade Dante Tinadari Bhakati Vinada Pare Duhupada Dhari Kadiya Kadiya Vale Amitaya Dhamma
Сикхайо Саранагати Карохи Уттама. Сикхайо Саранагати Карохи Уттама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нитай Гаур, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Дай Гаур, Хари Бол, Хари Бол, Бол, Хари Бол. Яй, 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 Гаур, Хари Бол, Гаур, Хари Бол. Нитай Гаур, Гаур, Хари Бол. Яй, яй, Нисингадев Бхагаван ки джай хо. Сапаса Нисингадев Бхагаван ки джай хо. Прахлад Махарадж ки джай хо. Нисинга Чаддаси Титипара Маха Махастар ки джай хо. Ананта Гари Вайстабинда ки джай хо. Харинам Санкиртан ки джай хо. Харинам Прабху ки джай хо. Гор Премананда.